Награда рязанского столяра Андрея Потапова, медальон за профессионализм на чемпионате WorldSkills эквивалентна 4-му месту. В сообщении Министерства образования и молодежной политики Рязанской области говорится, что он уже в числе лучших молодых специалистов планеты и нашей страны. Это достойный пример. Нам удалось пообщаться с Андреем по телефону. Он рассказал, как завоевал медальон. Ну, я получил медальон за профессионализм. Это такая медаль, когда ты подтверждаешь свое мастерство, что ты можешь превысить мировые стандарты. Столяр вошел в национальную сборную чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills. Соревнования среди представителей рабочих профессий прошли по 56 направлениям в Казани. Андрей рассказал, что готовился к соревнованиям 2 года, а еще о том, какое задание ему досталось на чемпионате по профессиональному мастерству. Было задание на 22 часа, разбитое на 3 модуля, на 3 проверочные части. Первый модуль был чертеж, второе нужно было изготовить дверь, а третий модуль изготовить нужно было проем для двери, чтобы она в нее входила. Мы поздравляем Андрея Потапова с наградой медальоном за профессионализм на чемпионате мира WorldSkills. Олеся Котровская, Валерий Седов, телекомпания «Город».